Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Сегодня пятница, завтра начинаются выходные, соответственно, это не может не радовать, собственно. Друзья, ну хоть какой-то позитив, я надеюсь, то, что у всех у вас уже есть планы. Мое традиционное напутствие, чтобы после выходных вы с прекрасным настроением вернулись на финансовые рынки, потому что важно, чтобы вы оставались бодрыми, внимательными ко всему, что происходит. Потому что сейчас самое важное, что от нас требуется, это бдительность к ключевым фундаментальным событиям. Проблема на финансовых рынках остается той же. Это распространение уханьского вируса. Более того, я хочу сказать, друзья, ситуация стала прям совсем уж фиговой, потому что буквально день назад этому вирусу присвоили статус международной чрезвычайной ситуации. Не припомню, когда в последний раз было что-то подобное. Вот касательно атипичной пневмонии, к которой мы периодически возвращаемся, ссылаясь на ее влияние на мировую экономику и пытаясь прогнозировать, как этот вирус отразится на том же самом спросе на сырье, говоря про нефтянку, и каким образом скажется на динамике рисковых инструментов. Ну вот атипичная пневмония, по-моему, такого статуса не достигала. Количество заболевших, друзья, уже стремится к 10 тысячам. Количество летальных исходов, смертей больше нескольких сотен. Это приближенные к официальным данным цифры, реальные показатели, как вы все прекрасно понимаете, будут впоследствии еще хуже, если вообще удастся до них докопаться. Ну а теперь, как это влияет на финансовые рынки, я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что с таким новостным фоном мы правильно делаем, ставя на укрепление позиций защитных инструментов. И пока этот новостной фон не изменится, риск будет оставаться под давлением. Возможно, локальный переход инициативы к покупателям, но это, друзья, только лишь локальная техническая коррекция, которая никак не будет соотноситься с долгосрочными тенденциями и теми трендами, которые, на мой взгляд, уже на рынке сформированы. Это тренды распродаж рисковых инструментов и, соответственно, повышенного спроса на защиту. Нефть 58.32 по основным триггерам, которые оказывают влияние на нефтянку, запасы нефти, которые выросли вопреки ожиданиям на 3,5 миллиона, это негативный фактор для котировок углеводородов. Прогноз был роста в несколько раз меньше. На 700 тысяч участники рынка полагали то, что запасы могут подскочить. Распространение вируса, влияние на мировой экономический рост, на спрос очевидно. Если вы сейчас попробуете обратиться, опять же, к средствам массовой информации и понять последствия этого вируса на деятельности предприятий, которые базируются на территории Китая, вы убедитесь, друзья, что через несколько месяцев аукнется все это на основных показателях производственной активности промышленного сектора, сферы услуг, и это непременно скажется на падении темпов экономического роста. Поэтому оценки, которые мы предварительно давали того, что китайская экономика может просесть в 2020 году больше, чем на 1%, это все реально. Китай – ключевой потребитель углеводородов. Вот почему нефтянка впереди планеты всей, в плане ралли, которая нисходящая, развивается по этому рынку, и я думаю, что оно продолжится. Экстренное заседание ОПЕК, возможно, состоится уже на следующей неделе, потому что страны ближневосточного картеля прекрасно понимают, если вирус будет распространяться и дальше, котировки по Бренту тому же окажутся ниже $55 за баррель. И я точно могу сказать, что для стран ОПЕК 55 – это психологический рубеж. По мере приближения к нему уверен, то, что страны будут более охотными к инициативе не просто продления действия пакта, но и к дополнительному сокращению добычи, например, с 1,7 миллиона до 2 миллионов. Поэтому есть вроде бы как потенциальный фактор, способный застопорить вот это падение и, может быть, даже спровоцировать обратную динамику, но я пока что поставлю на то, что Brent все-таки будет снижаться, потому что подавляющее большинство трейдеров, сидящих в этом инструменте, очень внимательно следят за рыночными настроениями, они продолжают, друзья, давить на риск. Доллар иена 109.07, по статистике темпы экономического роста США 2.1 с 2.1, нет изменений, ну, отсутствие, скажем,
изменений, это признак стабильности, это не негативная статистика, в принципе, позитив для доллара. Заявки на пособие по безработице 216 тысяч, очень низкое значение, тоже еще один сигнал, доказательство того, что американская экономика, по крайней мере, сектор рынка труда, находится на очень хорошем значении. Индекс расходов на личное потребление 1,6% в квартальном выражении с 1,5, и здесь прирост, друзья. Но в целом доллар не особенно-то сейчас растет на статистике. Да, мы можем оправдать интерес к доллару тем, что сильные данные снижают вероятность того, что Федрезерв не будет смещать монетарную политику, но сейчас для трейдеров куда более ближе фон, связанный с угрозой еще большего распространения коронавирусной инфекции, поэтому именно она сейчас поддерживает доллар как защитный инструмент. В долларе иене в паре у нас приоритет за японской валютой. Поэтому, друзья, я рекомендую вам держать короткие позиции, если вы верите в то, что на рынке будет преобладать защита, спрос на нее, по крайней мере, до тех пор, пока обстановка из-за фазы роста вокруг распространения вирусной инфекции не перейдет в фазу снижения. На текущий момент, к сожалению, оснований говорить о том, что именно это и произошло, нету. Доллар канадец 1.3203. Сегодня важный день для канадской экономики, для трейдеров, которые спекулируют канадцам, потому что в 16.30 выйдут данные по темпам экономического роста. Повторюсь, друзья, для общего развития будет неплохо нам сейчас проанализировать эту статистику, но мы не сможем отрабатывать стат-данные с точки зрения влияния на решение Банка Канады по процентной ставке до тех пор, пока не поймем, что Канаде в меньшей степени реагирует на то, что происходит на рынке нефти. Повторюсь, для канадской экономики нефть – это основной экспортный ресурс, нефть у нас под давлением, поэтому и канадец также будет снижаться. Если интересует пара доллар-канадец, здесь только длинные позиции в приоритете. Евро против доллара 1.1024. Сегодня в 13.00 выйдут данные по индексу потребительских цен и темпам экономического роста. Везде ожидается снижение на 0,1%. Если данные разочаруют, я уже много раз вам говорил, друзья, на евро позиционно будет давить перспективу еще большего смягчения монетарной политики. Статистика как раз и повышает вероятность таких изменений. Ну и плюс ко всему, евро будут сбрасывать, опять же, по причине общего нежелания рисковать. То, что европейская валюта восстановилась локально, но вы должны прекрасно понимать, что на рынке в одном направлении ничего не движется. Это постоянная борьба покупателей и продавцов. Позиционно направление вниз. Если хотите, присоединяйтесь ко мне и, я думаю, что к прочим трейдерам, которые ставят на продажи, и держите как минимум до уровня 1.08-1.09. Фунт против доллара 1.3097. Решение Банка Англии по процентной ставке осталось неизменным. Двое человек проголосовали из 7 голосующих членов за то, что ставку нужно снизить, 7 против. Я, честно говоря, не понимаю, что же стало причиной изменения такого позиционирования, потому что я был уверен, что ставку снизят. Ладно, можно было бы оправдать тем, что на выступлении Карни признает позитив в английской экономике, но в прямом смысле все, что сделал Карни вчера, так это ныло о том, что экономика остается под давлением неопределенности вокруг Брекзита, инфляция по-прежнему отстает от целевого значения. Кстати, инфляция в годовом выражении 1,3%, это минимальное значение с 2016 года. Розничные продажи также снижаются. Ну, вопрос, а почему тогда не стимулировать экономику посредством снижения процентной ставки? Я думаю, друзья, то, что придется им это сделать, придется признать через квартал, что они совершили ошибку, что не проявили проактивность, то есть ставку снизят. Я пока что держу короткие позиции, потому что думаю, что сегодня, когда Англия формально выйдет из состава Европейского Союза, определенный негатив также может распространиться в динамике фунта. И по австралийцу, друзья, 0,6718 австралиец продолжает снижаться. На следующей неделе решение по процентной ставке. И, как ожидается, Резервный банк Австралии пересмотрит прогнозы экономического роста с 2,8% до 2,6%, что станет еще одним признаком и сигналом продавать австралийца на фоне замедления экономического роста. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.